Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это ж корлупский трэг. А мне семечек. А мне. Здравствуйте, ребятушечки. С вами расхититель помойки. В этом видео вы увидите, как я зарабатываю на мусорных баках. И вы узнаете, сколько можно на этом заработать. Все по классике. С вас лайки. С меня топовый контент, который вы заслужили. Это видео выходит из Краснодара, потому что я сюда переехал. Мне здесь очень нравится. И вам тоже понравится, потому что здесь вообще офигенно. Все дальше сами увидите. И выпусков будет очень много. Ребятки, однако здравствуйте, краснодарские кормилицы ждут и зовут меня, и я уже вижу крупную кормилицу и бутылку пива. Ребятки, я вам отвечаю, бутылка пива. Блять, разлил нахуй. Я пиво не хочу, это пиво реально, оно даже прохладненькое. Кто-то купил, попил и передумал пить, оно реально прохладное, 4,6 оборота. Не, я не хочу пивасик, но это какое-то заграничное. Ребят, реально полная бутылка, я вот пролил, блин. Коробку эту берем, Илюх, для находок. Вот так вот, давай окна откроем, чтобы мы также закидывали находки, как в Пассате. Коробочки подготовили для находок. До этого на помойке нашли вот такие вот целые лапти на продажу из Декатлона. Футбольные бутсы, я так понимаю, целые полностью. Что там, Илюх? Прер-кардин коробка. Ой-ой-ой, какая-то же эта шляпа с рынка. Убогие, жесть. Ароматит кормилица. Потому что тут сейчас 30 градусов жары, ребятки. А вы как думали? Ой-ой-ой, жесть. Ну, видишь, люди, главное им снаружи, чтобы все красиво выглядело. А то, что внутри, пофиг. Это есть такие люди, ребят, как эта сумка. Они снаружи красивые, там идеальные, офигенные. А внутри очень грязные, гнилые. А вы задумывались над тем, что можно купить за 100 рублей? Да, скорее всего, вы постоянно об этом думаете. И я тоже об этом думаю. И если так подумать, ничего хорошего за 100 рублей не купить. Ой-ой-ой, какой он голодный, ребятки. Капец, качество говно. Вот это по-любому с рынка. Лапти вот эти вот, по-любому с рынка. Или, знаете, Менбур. Бренд Менбур. Это, наверное, бренд, вот это, знаете, ноунейм магазины в торговых центрах. Где хер пойми, какой бренд и стоит овер дорого. Может, их 10 тысяч кто-то купил, а они вот такого качества. Ребятки, как вам это местечко? Знакомое, нет? Я думаю, многие, кто местный, поймет, где я нахожусь. Это кормилицы на юге России. Тут очень тепло. И я думаю, будет очень комфортно их разорвать. Потому что деду надо и разрывать кормилицы. Ой, я в шортиках, футболочке, мне по кайфу. Помоечки горяченькие такие. Жарко, разрывать кормилицы жарко. Коробочка вот эта. Деду надо для находок. Возьму. Ля, ребятки, ля. Кто-то делал ламинат. Одни кусочки ламинатика остались здесь. О, медные проводки. Ну да, реально. Толстожильные еще медные провода. О, еще медяшечка, еще. О, бокорезы поломанные. Вот куски меди. Вот это надо. Вот это я всегда беру такое. Смотаю вот так в клубочек эту медяшечку. И замотаю вот так, чтобы она не рассыпалась и никуда не делась. Хоть кусочек, но надо. По кусочку, по проводочку. О, еще кусочек медяшечки. По кусочечку, по проводочечку. Я сейчас кусочничаю, ребятки. Вот как накусочничал, ребятки. Хорошо. Илюх. Ой-ой-ой. Вынос хаты. Илюшечка, вынос хаты. Да. Смотри, что выпало. Глошка. Глошечка, ребят. О, работает. Работает глошка, ребят. Удроченная, но целая. Чистить и можно пользоваться. Глодеду надо. А это чего? Лента атласная. Что такое лента атласная, ребят? Кто знает? Я не понимаю, что это такое. Для цветов, наверное. Не, о, какая-то расческа. Купят такое, да? Да ну нахер, чувак. Да ну нахер. Да как так? Как? Ничего. Ребят, это кэноновский объектив. Canon 18-55 миллиметров. Image Stabilization, макро. С еще и со стабилизацией. И с этим светофильтром, прикинь. Охренеть, он
Это же, может, рабочие вообще. Нормальные кормилицы, я смотрю. Не-не, это... Ну, тут автофокус, короче, есть. Вот, стабилизацию можно включить, отключить и автофокус. А это меняется это. Ну, да, может, он заедает, конечно, но ничего страшного. Он по-любому будет работать. Хоть как. То есть, или в мануальном режиме, или в автоматическом. Но это просто бомба. У тебя деду надо. Надо его завернуть также в тряпку, чтобы он не разбился. Обалдеть, ребят. Такой объектив стоит на Авито вот столько. Как вам цена? А я его продам, ну, чуть-чуть подешевле. Просто бомба. Проверить, кстати, я его не смогу, потому что у меня нет такого этого... О, нифига себе, полароид. Светофильтр полароид 55 миллиметров... А, нет, 58 миллиметров. Офигеть, ребят, светофильтр вообще себе заберу на объектив. Он снимается, да. Вообще бомба. Чувак, это мы нормально заработали сейчас. Не, лучше закрути, не лапай там это... Линзочки. Вот все целое, ребят. Пылинки слегка есть сверху. А тут тоже чуть-чуть пылиночек и все. Офигеть, чувак. Это просто топ. Такие по 5000 где-то продаются. Я точно не могу сказать, но ребята до этого глянули уже по скриншоту. Но я думаю, мы заработаем 1004. Давай в это. Офигеть, просто бомба. Ребятки, вот кормилица. Хорошенькая. А сейчас я вам покажу Стребухмобиль. Приобрели недавно вот. Вот такую тему для деда топовую. Volkswagen Passatик-полосатик. Вот, за 77 тысяч, ребятки. Для помоечки. Самое то, универсал большой. Ну, кто шарит, тот поймет. Потому что это Volkswagen B3 универсал. Пушка-гонка, ребятки. А это Илюха. Готов расхитить вместе со мной эту кормилицу. Чё сидишь, блядь? Кого ждешь? Пошли. Закрывай, а то угонят эту тему. Мы тут в тот раз нашли пробочки для заднего прохода в большом количестве. О, прикинь, Илюх, тут топовый чемодан. Ля, Ярик, нормальный чемодан. Колесики целые. А, вот, его кошак подрал, поэтому выкинули. Слушай, ну мы его можем взять. Мы в него находки, да, сложим. На барахолку с ним поедем. Он же целый так-то. Ой-ой-ой, чувак, он не пустой. В нем топовый пауэрбанк Xiaomi. Чувак, он как новый. Этот пауэрбанк как новый. Ребят, зацените. Там еще что-то есть в этом кармане? Не-не, внутри. Где-то там внутри. Ой-ой-ой. А, поломанная это печка для розжига этих углей от кальяна. Ребят, ну вот эта пушечка, он как новый. На 20 тысяч миллиампер часов видно по качеству оригинальный пауэрбанк Xiaomi. Офигеть, два выхода проверяем. Рабочий нет? Где тут индикация? А вот тут должны лампочки гореть, но они не горят. Может он сел? Надеюсь, что он будет рабочий, проверю. Стоит такой пауэрбанк вот столько? Он в новом состоянии. Я думаю, он по-любому рабочий. Это просто класс. Но я сейчас в машине его проверю, попытаюсь зарядить. Type-C-шка у меня есть. И посмотрим. Но если он рабочий, ребят... Мы его оставим себе по-любому. Тебе подойду, потому что у тебя нет пауэрбанка. Будет вообще он такой элитный, красивый. С кормилицы бесплатно. Xiaomi, ребятки. Mi-E бренд. Запомните. Mi-E. Xiaomi. 20 тысяч миллиампер часов. Офигенный, блин. Тут еще так отзеркаливает. Красота. Ребятки. Проверяем пауэрбанк. Вот этот от бренда Mi-E. Заряжается, ребятки. Заряжается. Он просто был севший. Рабочий пауэрбанк Mi-E. Видите, моргает он. Заряжается. Вообще топчик. Просто бомба. Забираем чемоданчик. Будем в него находки складывать. И поедем дальше, ребятушечки. Тут места у нас хватает. Мы, кстати, в машину установили неплохую музыку. Мошку. Установили сабвуфер Мошку. Мистеры. Вот фирма. Это усилитель тут, да их даже два у нас здесь. Вообще бомба. По помоечкам с музычкой ездим, балдеем. Тьфу, нифига ты новую панамку нашел. Она двухсторонняя. На какую? А сам ходить будешь от солнца, не? Не любишь эту тему? Панамочки есть, люди фанатеют от них. Ну, в принципе, неплохо смотрится стиль. Супер Риот. Wake up it. Вот она, буреночка. Открылась для нас. А здесь шмотки. Повесили зимние сапожки целые абсолютно. Тупо целые сапожки топовые. Магазин Цента. Центро. Заберем на продажу, но продавать будем не сейчас, а зимой. Зимние товары будем складывать. Правильно, Илюх? Да ладно. Кидай. Ребят, зацените на Левик новый фильтр для тачки. Офигеть, мы его вставим как-нибудь. Что? А, это бензин отсасывать. Офигеть, ребят, это не надо ртом для того, чтобы бензин отсасывать шланг. Вот так делаешь, и бензин из одного бака в другой отсасывается. Новый шланг.
И фильтр нулевой, офигенно. А это что, шумка? Ну кусочек, нафиг он нужен, ее тут мало. Ну кусочек шумки, ребят. Повесим бомжам, будут шумоизоляцию делать где-нибудь в подвале. Нет, только металл. О, да нет, такое на барахолке тоже покупают. Берем на рынок. Герметик силиконовый какой-то. Оно реально мягенькое, ребятки. Герметик силиконовый. Оля, я думал, ты ничего не найдешь. А крышку? Стой, где крышка? Чувак, крышки на барахолке покупают. У тетя, дядю, нядя, вот это алюминий. И крышечку продам на барахолке. Давай в пакетик крышечку. Ебать. Ребятки, еда. Похавать. Биопростоквашино. Паяльник, ля, ребят, все сыпется мне в руки. Паяльник, алюминий. Хлеба, пакет хлебов. Вот это тема. Черешенку покушаю. Хлебушек бомбовский. Вот этот с зернышками мне очень нравится. Для тостов. Вот для тостов возьму. Батоны, ну... Дома хлеб есть у меня, в принципе. А вот этот зерновой возьму. Он элитный, дорогой он. А мне бесплатно, с кормилицы. И наберу себе йогуртов каких-нибудь. Только их надо изучить. И мне нравится только с начиночкой вот эти вот. За 37 рублей. 24.06. О, он дырявый. А тут все дырявое. Чувак, тут все попротыкали. Нафиг это мне каша, чувак. Мне только надо все элитное. Давай мне элитную еду только, хорошо? Не, ну это ассорти не элитное ассорти. Но тут есть какие-то какашечки. В кунжутике они, какашечки вот эти, присыпаны. Ну ассорти интересное, конечно. Ну орешечки вот, миндалины. Вот это какой-то гнилой банан или чего. Да, вот кормилица. О, нифига там сколько... Обуви. Ребятки, сколько обуви. Как кормилица обувает неплохо. Только вроде бы там обувь какая-то шляпная уже затасканная. Не знаю, у тебя покупают затасканную обувь? Ну, я сейчас вот повыбираю. Вот, допустим, рибаки. А, их клеили уже. Все много хотят. Вот нормальные рибаки, я думаю, их можно взять. Ну, вот для работы, если, да? Совит какой-то. Не знаю, вот вроде нормальные ботинки. Вот эти нормальные вроде. Вот это возьмем, три пары на продажу. Вот это багажник, я понимаю, ребят. Просто вот так накидываешь. Уже подзабили так неплохо машину. Опа! Интересная кормилица. Какая-то коробка тут. Ой-ой-ой! Нифига себе. Адидас. Кроссовочки хорошие. О, это переноска для кота, кажется. Да. Ну, такая какая-то подорванная. Ну, вот хорошие кроссовки на продажу у ребятки. О, насосик. Деду надо вот такой насосик. Принглс. Пустой. Ого, кто-то Принглс любит. Насосик. А, он погрызанный. Жопа ему. Шланг могут купить. Шланг новый. Насос вроде тоже как бы новый, но его погрызли. Это мне нравится. Спортивные лапти. Ой-ой-ой, нифига себе. У кого-то был жесткий спринт, что аж подошва отлетела. Клобучки женские. Илюх, на твоей местной барахолке стоит вот такое брать? Вообще покупают? Редко. Но они подушатанные. Тут жопа этим. Не-не, шляпа. Слышь, тут шматья. Столько пакетов. Шмотки мы любим, это на продажу сейчас будем выбирать. О, еще. Капец, это все вещи, ребят. Это вещи, все вещи, жесть. Чувак, давай так брать. Давай прям так и брать, короче. Потом отсортируем. Капец, столько вещей, ребят. Вот, все заберем. Нам пора на крышу багажник делать, чтобы туда складывать. Там металлы, шмотки, все вот это. О, это мы поставим, да, нам на машину. ТК Концево какие-то такие штучки, решеточки для номеров. У нас их вообще, этих решеток, нет. Они, о, рамочки как раз подойдут. О, гелик. Че, он целый, только без пульта. Это на пульте управления гелик. О, нифига себе, две шоколадочки. Российский шоколад и бабаевский. Вау. Ну, тетя Надя мне. Волосина, да иди ты от меня уже. С лобка или с чего. А что, они по одному, что ли? Я не понимаю. Вот это для стола клееночка. Это надо мне. О, это мне как раз для стола надо. Ух ты, машинка. На пульте управления. Но это бюджетная. Чисто кузов сняли, кузова нет, а дно вот есть. Аккумулятор сняли.
О, конверсы. О, еще. А, вот. Вот такие конверсы берем на продажу. Ребят, оригинальные. Оригинальные. 41 размер. Оригинальные. Хорошие конверсы. Целые полностью берем. Вот еще вот такая машинка. О, рыбка. Вау, Балтика. Он коцнутый. Ребятки, я дома. И сейчас вы увидите, что пауэрбанк работает полностью. Смотрите, он ночь на зарядке постоял, зарядился. Бомба вообще, как новый, вообще топовый. И теперь мы его проверим. Поставлю на зарядку свой телефон. Ну, конечно, надеюсь, что он работает. Потому что, ну, должен, по идее. Я же сказал. Как можно новый пауэрбанк выкинуть, я не понимаю. Полностью рабочий, ребят, топовый. Ой, ну уже не топовый, уже не новый. Ну офигеть, помоечка дарит, просто и радует жесть. Ребятки, кормилица. Ого, техника. Увлажнитель воздуха Полярис с проводком. У тетя, дядю, нядя. От него еще крышечка должна быть. Давай крышечку найдем. Нет крышечки. О, зато есть вот такой воздушный шар, который я уже поломал. Забираем увлажнитель. Такой можно за рублей 500 продать на Авито. Он еще, наверное, и с подсветкой. Балдеж. И тут вот такие вот веревки есть, которые мы тоже продадим. Это для штор, походу, веревки. Он еще кухонные весы нашел. Все зарыганы. Блин, чувак, ну они... Не, ты че? Это все в помойку. Да ну ты че, с ума сошел? Ну хочешь мой? Я этим точно не буду заниматься. Шанел? А ну дай пакетик от Шанел. Ребятки, кто-то покупал Шанел. Офигеть, значит, ну, не бедные люди тут обитают, раз покупают Шанел. Ох, сытные буреночки в количестве 3 штук, ребятки. Ну тут, я думаю, мы что-то должны найти по-любому. Ой-ой-ой, баклажка мочи. Вот это куш, конечно, у ребятки. Вот это топовая находка. Ой, и сырок в комплект с мочевиной. Так, ну и что тут за вещички? Колготки, штаны. ХЗ может взять, там поперебирать на продажу. Калифорния, дриминг, банан. Опа, а вот еще вещички вещевидные, вещички вещевидные, вещевидные и вещички, ребятки. Что, нормальная целая обувь, зимняя шапка, шарф, все это можно взять на продажу. Блин, почему сейчас так часто выкидывают увлажнители воздуха? А, еще от нее верхняя часть должна быть. Нифига себе, неплохой увлажнитель, только ушатанный. А, он там кристалл треснул, он точно не рабочий. Провод на отсечение. Я лью кристалл, и щетан мое, мечтал. Теперь мое, эчтопик, медный кабель, эчтопик. Распалю костер и сожгу его там. Ашкуди. О, Neo Pain, эльф-барчик, вот эта тема, вот это беру. О, у ребятки кормилица, интересует она меня, очень интересует. Кормилица сытная. Есть ли тут чем поживиться, поживиться? Нифига себе, сколько ключиков. Это откуда столько ключей тут повыкидывали? Капец, сколько ключей, ребят. А представляете, это ключи от сейфов, где деньги лежат. Лавашек свеженький, мягенький. Слушай, я, блин, голодный такой, капец. Я и лавашечек этот сейчас перекушу им немножечко, червячка заморю. Да, я же сказал, ребятки, то, что он свеженький. Но вот на сухую, конечно, блин, не очень приятно есть его. Надо бы запить что-то найти. О! Квасик. Ну, тетя нядя мне квасик под хлебушек. Подержи. На, вон же квасик. На, квасик. Целая бутылочка. Пенится. Ребятки, пенится квасик. Понеслась жара. Опа. У меня есть свой личный дегустатор, ребят. Попробуешь? Сейчас. Как тебе? Нормальный квас. Давай сюда, блядь. Ну да, сюда не нассано. О, какой пушечный, ребятушечки. А,
У меня тут целый пакет у ребятки обуви. Обуви. Сейчас будем выбирать на продажу. Вот такие локоцакели тоже, в принципе, можно взять. Вот еще шляпетки разные. Вообще такую обувь не понимаю вообще. Мне вот это не нравится. Вот такие лапти, блин, непонятные. Какие-то они шляпные. Тем не менее, их тут целый пакет. Наберем сейчас на продажу. Вот с рынка порванные пятки. Это брать не будем. Сапожки всякие разнотипные. Ну, сейчас повыбираем, блин. Что-то заберем. Нифига себе, блин. Умбра. Ребятки. Умбра оригинальные. Кроссовки детские. Умбра бандит. Нифига какое название. 35,5 размер. А где второй? О, и вот второй Умбра бандит. Ну, конечно, у них какой-то бандит ходил. Посмотрите, как обувь он протер. Это как так можно, я не понимаю. 2500, ребят, стоили вот эти локоцакели. А мы по 100 рублей их продаем на рынке. Капец. И это очень дешево. Ну, вот 100 рублей, вот, допустим, 200. Ну, тут рублей 500 будет с этой обуви у нас. А, улица имени Шлобы. Осуждаю. Ребят, я в шоке. Илюха вот там где-то на дне бака нашел 100 рублей рваные, настоящие, только кусочка нет, а их в банке можно обменять. Офигеть. Ну считай, соточка с помоечки на халяву, и даже ничего продавать не пришлось. Нормал. Забираем, конечно же, в ребятки. Как от денег отказываться? Я, кстати, в Москве был возле вот этого здания, я фоткался на его фоне. Вот фотка. Ой-ой-ой. Нифига себе, сколько виноградиков, ребятки. Это же белый налив какой-то. Это очень вкусный виноградик, ребятки. Я очень люблю виноградик. Илюх, ну ты пока там попытайся что-то найти, а я перекушу, хорошо? Спасибо. Не наелся, я голодный. Я до этого бублички съел с помоечки. Лавашек и квасик. А теперь пора заесть это все дело виноградиком. Я так и знал, что он очень сладенький. Такой обалденный. Посмотрите, какая кисточка. Так она вовсе не гнилая. Я сейчас в коробочку, чтоб он не помялся, наберу себе виноградика. Дома приду, помою и доем его. И съем его полностью, ребятки. О, полотенечко. У меня тут полотенце нормальное. Я тут хлебушек нашел. Нормальный еще хлеба. О, пойдет. Настоящая? Нифига, этой шайбой рисовать можно. Да, вот пишет она, шайба. Это рисовальная шайба. Пиленые палочки, вот эта игра называется. Так она вон вся зарыганная. Передай другому, придумай веселое задание для следующего игрока. Свисток тогда бери на продажу. Свисток. Да она погрызанная. Пиздец. Еще дрова я не продавал. Пиленые досочки. Игра это, да? Да, у меня такую купили. Ага. О, что за боксик? Чувак, это топовый бокс. Это топовый бокс, я такие покупал для инструментов. Офигеть, забираем. Ну вот это пушечка, ребятушечки. Ящик для овощей шоколадный. Нифига себе. Каких овощей? Я туда инструмент буду складывать свой. Да ты овощей уже тоже набрал? Это для этих ящиков? Вот еще ящик, чувак. Еще один. Три ящика уже. Вот это что такое, я не пойму. Это для кого вообще вот это вот? Это под колеса бросать или что? Ладно, я понял, для чего это. Поставлю эту ловушку для конкурентов. Да, вареники? Оу, вот это, конечно, я оставлю лучше бомжам-конкурентам. О, лейсики. Ой-ой-ой, вот это мне уже надо. Нафиг мне эти вареники, когда есть вот такая вот тема, вкуснятина вот это. Нифига себе, это что, хромакей? Хромакей с помоечки, целый рулон. Вот это интересно, вот это деду надо. Ой, сейчас разорву, как голодная гиена. Чувствую, что тут есть находки. Чувствую, ребятки, находки. О, металл, тремпеля. Кстати, я недавно переехал, мне как раз тремпеля нужны. Вот это все заберу, сейчас их переберу и самые топовые себе. Вынос хаты. Я же сказал, что чувствую, что есть находки. Я же сказал. Аккуратненько. Крыло для велика. Беру. Ля, кеды. Сука, новый, а, это... так это Токарди бренд. Ну, такие себе. Они недорогие.
О, бигуди, это прям так заберу. Сейчас я вот в эту коробку буду находки. Так, куда полез, блин? Куда полез? Конечно, мне жалко. Конечно, жалко. А ты как думал? Кепочку возьму. О, еще кепочку. Зеркальце бери, бери. Процесс идет. Процесс. Ой-ой-ой-ой-ой. Переключатель для велосипеда. Скоростя переключать. Shimano Tornay TX. Это подделка, ребят. Shimano. Очень дешевая, шляпная. Но можно взять, если шестеренки и болты от него найду. Смазочка. А там пусто почти. Санитель. Дезинфицирующий гель. Ну, был здесь Poco F3. А наклеечки есть у Poco? Я люблю наклеечки собирать. О, есть наклеечки, ребятки. Вот такие. Возьму. Ребят, Intel, смотрите. Для чего это вообще повязка такая? Intel. Нифига себе, блин. О, шампунечка. Вот это мне надо. Ну, там где-то вот столечко шампуньки. Шампунь для волос. Укрепление невероятный объем. У тетя нядя мне. О, какие-то наклейки с бабочками. О, молочко для лица очищающее. Не, вот это мне не надо. Хотя не, молочко возьмем. Может, купит кто. Не, вот это вот повязка Intel, я не пойму. А процессор где? Intel Core i9-999K. Где интеловский процессор? Где? О, новый блок питания Huawei. Смотрите, даже в пленочке. Сухарички? Сухарички. Бомбастер. Попкорн карамельный. Карамельный. Это открытое, Ролтон. Это мне не надо. Мне только запечатанное. Нифига себе ты тут налутал. Это Эрвик. А это новые шапки с бирочками. Ребят, их по 554 рубля продавали. Смотрите, раз шапочка новая. Вторая новая. Третья новая. И все по 554 рубля. Все новые шапочки, ребятки. Это мы зимой будем продавать на барахолочке. 615 рублей вот это вообще. Нормальный товар для зимы. О, нифига себе, запечатанный. О, бомба, Несквик, ребят, запечатанный. Срок годности до 23 июня 22 года. Сейчас уже 20-28 примерно. Ну ничего, просрочено там на недельку, это ничего страшного. С молочком буду кушать у ребятки, вспоминать помоечку. О, ведро для мусора. Офигеть, оно целое, новое. Просто вот стояло возле бака, вообще новое. Идеальная ведерко для мусора. Мне надо. Еда запечатанная. О, компотик. Компотик еще холодненький. Гранатовый сок. Срок годности 6 месяцев. Но он как раз просроченный немножко. Но я думаю, ничего страшного. Он, кстати, начал бродить. Это я бы просрался, если бы выпил. Не буду. Илюх, будешь просроченный гранатовый сок холодненький? Ну, я не знаю. Он газированный просто. Видно, газы выделяются. Ну... Выпьешь, по-моему, мне скажешь там, просрался, не просрался. Он просроченный, да? Чуть-чуть вообще, на полмесяца. Да слегка попробуй на язычок, и все. Если забродил, то не надо. Нет? Ну так употребляй. Помоечка спаивает и дарит витамины. Он, дай-ка мне кукурузочку. Люблю вареную. Кукуруза отварная в початках. Дата производства. Ой, 21 год. Не-не, чувак, ей жопа. Кто из Питера, привет. Смотрите, в Краснодаре что растет. Грецкий орех. А в Питере нифига не растет, блин. А грецкие орехи очень дорогие. Когда они поспеют, я буду залутывать их и собирать себе домой, забирать грецкий орешек. Вот топовая коробочка для находок. О, это же как называется? Ребят, напишите в комментариях, забыл, как это называется. Не, ну на продажу заберу его. Ну еще и с подсветкой. Тетю нядя, сумочку, тетю нядя мне. Драная она, падла, блин. Ее всю прошерстили. Мыльно-рыльная, вот это мне надо. Чуть-чуть дезодоранта. О, зубная паста дорогая. Блендный мед. Вот, блендомед, ребят. 3D-вайт дорогая, блин. Это я домой заберу. Тебе на зубная паста? О, чехольчик новый из Валбериса для 7-го айфона. Нормально, зубная паста. Лактоцид. Это для интимной гигиены. А вот это деду надо. Это сейчас актуалочка. О, да. Адидосы. Ушатанные, но оригинальные. О, ушные палочки. О, душки. Душки. Вот это дедю нядя, дюхи. Полбутылки. Балара какая-то. Это шляпа. Приторные. Ну, купят их. Да, я знаю, что купят, Илюха. Дезодорант. Куда? Нормально. Это на этот.
Да, кстати, крепление для телефона на воздуховод. Забираем. О, зарядочка. О, да ладно, это как раз тебе в машину для прикуривателя, ребят. USB удлинитель для машины. И вот, кстати, зарядка для айфона. Вообще целый комплект мне заряжать как раз. Ой, за ленточкой надо, дедю. Клеечка момент. Не, он засох. Это герметик был, я недавно такой покупал. О, для машины. Тряпочка. Сколько всего полезностей для машины, много всего. Зажигалочка, на которой написано «Прага». Не работает, но ее купят. Чему я заметил, многие по чуть-чуть напитков выкидывают. Вот чуть-чуть пиваса, чуть-чуть швепса. Не добивают, наверное, потому что газы заканчиваются и выкидывают. Заелись, блин. Я вот все допиваю. До последней капельки. Телефон потерял? Офигеть. Да и мне сейчас жарко, я не особо внимательный. HTC весь обрисовали с двумя камерами и со сканером отпечатка пальца. Какой-то школьник, да, походу, пользовался. Он вот так вот его ломал, экран сломал. Но плата, она вот здесь находится, она, скорее всего, целая. Его даже поджигали, прикинь, подпаливали зажигалкой. Заберем на продажу, да. Сканер отпечатка пальца там есть. Нормал. На запчасти за 1000 рублей можно будет продать. Да засунь обратно, блин. О, флешка, эту хуйню отлетит. Флешка есть. На 32 гиба. Нифига себе, блин. А как кто-то дебил, ребят. Зацените, с телефоном что выкинули. Флешку SanDisk Ultra на 32 гига. 10 класс, топовая флешка, ребят. Вот да, чисто флешку можно продать, я думаю, за 500 рублей спокойно. Но лучше себе, да, ее оставишь? Угу. У тебя в телефоне на сколько сейчас стоит? Тоже 32, но она старая. Не помню, какой класс, но не такая. Но это покруче. Кор-кор-кор-кор. Ой, да, сюда, сюда. Технику хочу найти. Помойка кормит, ребятки. Кормит. Ну, блин, бачки сегодня пустые. Вот это обидно. О, медяшечка. А, уже очищенная. Шмотки. Пучки так аккуратненько. Кто-то уже перебирал их здесь. Ой-ой-ой, так это тебе сейчас одеть. Они будут получше. Adidas. ASM какой-то. Футбольные. Одевай сейчас, они будут не такие же. Они огромные. Огромные, да. Блин. Переодевай. Просто вот он в этих джинсах, джинсовых шортах самодельных. Да ничего, покажи с банан там. Подписчики ж просили. А у меня... Вынос с хаты. У меня хорошенький вынос с хаты. О, прикинь, New Balance оригинальные штанишки. Ну натяни резинку повыше, подними и норм. Зацените, ребятки. У тетя дядю надо. New Balance оригинал, спортивные штаны. Размер M. Ну как оригинал? Хотя не сомневаюсь, где бирка-то? Вторая. Может и Арик ХЗ. Че, помимо штанов больше ничего не выкинули? О, нифига, целая коробка прокладок. Новые прокладки Белла. На 2 капельки. Это я домой заберу. Это деду надо. О, жвачки, клипсик. Пожуем, целая пачка почти полная. О, стикеры. Храбрый львенок, настоящий мишка, шляпа. Прикинь, сейчас я найду ее дневник, а вот он. Hello Kitty, ребятки. Да тут что-то такое все. На продажу даже нечего взять. Ну вот эту ручку можно взять, она по идее должна писать. Ну да, я же сказал, пишущая ручка вот такая многоцветная. Нифига себе, вот с таким вот зайчиком. Его нажимаешь и цвет сбрасывается. Жвачки, ручка, шортики, штанишки, ну и прокладочки, нормально, в принципе, хоть что-то. Да, ну и чё это? О, не, ничего, это медяшечка, ребятки, медяшечка. Медные кабеля, нифига себе толстожильный, вот это стратегический запас меди. Розеточка нормальная, с интернетом, прикинь. Так, ну интернетовский кабель мне не надо, мне только медь. Кстати, ребятки, сейчас стримим на мой 2-й лайв-канал. Я сейчас возобновил свою стримерскую деятельность. Вот, 600-700 человек на лайв-канале. Чатик летит. Так что ссылочка на мой лайв-канал в описании. Там вы увидите стримы с помоечки. Сочный контент с кормилицы. Увидите первее всех именно там. Так, вот такие розетки, ну нафиг, они поцарапанные. О, еда, сюда. Ай-ай-ай, капец тут говнами воняет. О, чак-чак с натуральным медом. 14 февраля 2022 года. Январь, февраль.
Тьфу, просроченный. Вот прям по запаху чувствую. Срок годности 90 дней. Это 90 дней, это сколько? 3 месяца? Февраль, март, апрель, май. Просрочен. Так, ладно. Так, что? О, еще медяшечка. Сюда, еще медяшечка с коробкой прям. Светильнички, да. Могут быть, кстати, даже рабочие. А, к ним блок питания нужен специальный. О, ложечки, вилочки запечатанные в ребятки. Это мне для дегустации еды надо. Я ж сказал, у меня вот проходной ключ для помоек. О, овощей немножко. Ребятки, стримлю сейчас, как видите, на лайв-канал свой. Открыл сезон стримов на помоечке, поэтому залетайте. Ссылочка в описании на мой канал, где я стримлю. Ой-ой-ой! Нифига себе! Ребят, тут целый пакет новых чехлов для всяких Xiaomi. Обалдеть! Ой-ой-ой, бери весь черный пакет. Охуеть, это мы будем продавать на рынке. Новый товар, партия нового товара для барахолочки. Ребятки, зацените, это сколько денег выкинули. Смотрите, Mi бренд, чехлы. Силиконовая накладка Mi 6X A2. Еще чехлы Mi Max 3. Для разных телефонов, тут может даже для айфонов. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, целый пакет защитных стекол, пленок. И все новое, ребят. А, не, это, слышишь, тут упаковки. Внутри пленки там... А, не, есть чего, или что? Я не пойму. Не, нету. 11 Pro Max для айфона, здесь была пленка. Не, ну тут вот чехлы еще, вот чехлы. Ну тут как-то непонятно. А, вот стекло защитное. Чувак, ну давай переберем. Тут где-то есть, вот тут нету. Ребят, офигеть, столько денег вот это выкинули. Ребят, просто жесть. Вон сколько чехлов для Xiaomi, все новое. Это тупо товар, который мы будем очень долго продавать под разные телефоны. Надо будет коробку найти удобную. Вот сколько защитных стекол. Samsung S7, Galaxy A50, Galaxy M10. Так что, ребятки, кто живет в Краснодаре, приходите на барахолку, если захотите себе чехольчик новый прикупить для телефона Xiaomi там. У нас теперь этого добра капец сколько. И все новое. Ребят, все новое. И тут очень много денег. Илюх, я думаю, если это все продать, мы заработаем тысяч, наверное, 10. Я также. Может, оптом, знаешь, кому-то там на рынке том же продадим. Оптом по полтиннику. Тем, кто продает это чехлы. Ребят, короче, здесь 1010 нашли. Офигеть. Вот эта помойка порадовала. Вот это я понимаю, вынос хаты бомбический. И все для Xiaomi в основном. Кто-то, походу, да, закрылся. Чтоб они еще пауэрбанки новые выкинули и новые Bluetooth колонки. И все для Xiaomi. Вообще, какие хочешь чехлы. Даже у такой есть колечком бомба. Помоечка дарит прибыль и помоечка дарит бизнес. Ребятки, в прошлых роликах, как вы помните, я рассказывал про стратегию заработка на онлайн игре. Очень многие мне написали свои результаты. Кто-то 5000 заработал, кто-то 10, кто-то 15. Я очень рад, что у всех получилось и что видос оказался полезным для вас. А кто еще не заработал, тогда скорее переходите смотреть вот это видео, пока стратегия еще работает. Кликайте прямо вот сюда и внимательно смотрите этот ролик до самого конца. Всем удачи и всем пока.